Один из крупнейших по числу жертв – взрыв – прогремел в Багдаде. Более 60 человек погибли и сотни получили ранения. Состояние многих – критическое. Машина, начиненная взрывчаткой, взлетела на воздух около рынка в шиитском квартале Садр-Сити. В этот момент в столице был час пик, поэтому в зоне ЧП находилось много людей. Ответственность за себя, за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». С начала апреля в Багдаде произошло несколько крупных атак, которые каждый раз уносили жизни десятков человек.